Преемственность поколений не только в семьях врачей. В 118-й школе Красноглинского района более 800 учеников. У каждого четвертого родителя работают на заводе «Электрощит». На встрече с руководством предприятия глаза у ребят горели. Многие хотят продолжить семейные традиции. Тем более, что перспективы открываются интересные. Я несколько раз уже бывал на аудиенциях. И мне кажется, что это очень хорошее предприятие, и там не только я могу развиться умственно, но и как карьерный рост. Сейчас мы участвуем в международный проект. Нам нужен специалист, который вот готов ехать в Корею, вот разговаривать, договориться, чтобы там вкладывали наше оборудование в проект. Нам нужны люди, которые вот готовы ехать в Узбекистан. Обратная связь между школой и предприятием налажена. Более 1000 сотрудников завода занимаются в помещении, предоставленном школой, учат английский язык. В свою очередь, дети работников завода имеют льготы. Ряд детей учат бесплатно дополнительный иностранный язык в группах, которые организовали предприятие для детей и сотрудников своего предприятия. Так что заботу они ощущают на каждом шагу. Еще один плюс для жителей Красной Глинки – шаговая доступность предприятия и полный соцпакет. В рамках социального партнерства стороны продолжат подготовку потенциальных сотрудников завода. Ежегодно на электрощит устраивается порядка 20 молодых специалистов. На сегодняшний день предприятие предлагает более 40 вакантных мест по двум десяткам специальностей. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.